Итак, всем привет, это портал Kickstarter.net, меня зовут Ярослав, и сегодня мы говорим про новую программу для Android, насколько я знаю, она есть также для iOS, но, возможно, я ошибаюсь, если ошибаюсь, здесь будет моя приметочка. Вот, приложение называется Push to Bullet, или Push Bullet, или, блин, ну, честно говоря, с каждым разом эти программы называются все более странно, но, тем не менее, чем она интересна? Приложение позволяет синхронизировать уведомления между вашими маленькими устройствами, устройствами побольше, с вашим персональным компьютером, будь то Mac или Windows PC, или даже Chrome, точнее Linux, да, или даже Chrome OS. Ну что ж, поехали! Как я уже говорил ранее, приложение выглядит таким вот интересным образом. Оно уже оптимизировано под KitKat, что меня несказанно радует, или софт красиво выглядит. И начнем с того, что попробуем потестить, как это все работает. К примеру, я хочу отправить, допустим, это будет, я не знаю даже, что же это будет, адрес, и назову его, ну, принят, по сути, kickstarter.net. Тут пишу саму ссылку, хотя это нужно было сделать сначала там, но ну ладно, неважно, можем сделать вот так. Вот так. И выбрать устройство, на которое я хочу отправить. В моем случае это три устройства, то есть Chrome мой MacBook, LG Nexus 5, с которого я сейчас отправляю, и Asus Nexus 7. Ну, я беру Chrome, нажму «Отправить», и через пару секунд вы можете обратить внимание, что появилось уведомление, которое я только что тут же закрыл. Почему-то простыкал этот момент. Давайте еще раз его отправим. Ну, в этот раз отправим что-то более интересное. Пусть это будет картинка. Картинка. Вот, допустим, вот эта картиночка. Я хочу эту гифку отправить в Chrome. Нажимаю «Отправить». И видите, этот щиток в этот раз дольше происходит. Но гифка все-таки отправилась. То есть, если я нажимаю на саму гифку, она открывается на веб-сайте. И можно видеть, как две башни включай. Вот так этот сервис работает. Причем можно отправлять ссылки также из настольного хрома на мобильное устройство. Например, даже для этого специальное расширение. К примеру, я открываю веб-сайт FPDA, например. Пусть будет FPDA. Вот ссылочку, где софт наконец-то привести винду в порядок. И хочу отправить ее, допустим, на мобильное, свой мобильник. Нажимаю на приложение, говорю, что это линк. Выбираю устройство, на которое хочу отправить. Причем я могу здесь добавить еще и друзей по имейлам, например. И нажать push it. После этого, спустя пару секунд, приходит уведомление. Причем оно опять же приходит в Chrome, потому что центр уведомления здесь тоже задействуется. Я нажимаю на ссылочку. И, собственно, вот и все. Ссылка у меня на мобильном устройстве. Это действительно удобно. И это классно, когда нам нужно, допустим, открыть какую-то веб-страничку, например, исключительно на мобильном, либо если мы хотим, например, открыть эту веб-страничку, не знаю, позже, ставьте уведомления и в самом приложении. Вот такой вот чудесный сервис. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. До новых встреч!